В прошлом году наш завод вошел в состав крупного производственного объединения Калининградской области, которое занимается выпуском медицинских препаратов. У нас, иначе говоря, появились новые заказы, и мы расширили производство. Для этого необходимо было, по сути, приобрести оборудование для автоматического нанесения этикеток на стеклянные ампулы. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины. Автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Модернизация на нашем заводе практически не проводилась, и после присоединения у нас, иначе говоря, появилась возможность обновить производственную технику. На совещании по развитию производства мне поставили задачу найти и купить этикетировочную машину, которая используется для наклейки этикеток в автоматическом и полуавтоматическом режиме на фармацевтической и лекарственной продукции. Этикетировщик планировалось разместить на участке производства пенициллина. Оборудование мы искали современное, которым можно было по сути бы управлять через ШКИ-экран. Планировалось приобрести универсальное автоматическое оборудование для наклейки самоклеящихся этикеток на ампулы объемом 10 му, производительностью 5000 ампул в рабочую смену. У меня много знакомых в сфере производства. И я, первым делом, обратился к ним за советом в поиске автоматического оборудования для самоклеящихся этикеток на стеклянные ампулы. Я понимал, что сфера производства у коллег отличается от сферы деятельности нашего предприятия, однако они могли порекомендовать мне хороших производителей оборудования, которым можно было, по сути, обратиться за помощью в выборе автомата. Коллеги порекомендовали мне двух производителей в Германии. Я нашел их данные в интернете и отправил им электронное письмо с просьбой подобрать мне оборудование согласно моим требованиям. Через два дня я получил ответ от одной компании, в котором было по сути сказано, что у них есть машина для наклеивания этикеток на стеклянные ампулы, заданных технических параметров. Однако она подходит только для пластиковых ампул. Другая компания отказалась работать с нами, так как они не работают со странами СНГ. По тому же совету коллег, я не стал обращаться к китайским производителям напрямую. Знакомые рассказывали, что производители оборудования из Китая часто поставляют некомплектное оборудование, ссылаясь на неточно предоставленную информацию о требуемых параметрах автомата. Рисковать я не мог, и поэтому принципиально решил выбрать для поиска автоматического оборудования для наклеивания этикеток на стеклянные ампулы русскоязычного посредника. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудований, сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для наклеивания этикеток и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в решении поиска оборудования для наклеивания этикеток. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности, материале используемых ампул, точности маркировки. На этапе консультации он выбрал машину для наклеивания самоклеящихся этикетов на стеклянные ампулы, которые я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Оборудование было по сути приемлемо по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности автомата. Машина была, по сути, поставлена точно по истечению месячного срока. После монтажа и настройки оборудования мы смогли оценить его качество. Предусмотрена автоматическая система горизонтальной подачи флаконов по транспортерной ленте. Система включается автоматически, протягивает этикетку из рулона и прижимает этикетку.
фотоэлектронные элементы контроля, точность этикетирования, автоматический контроль отсутствующей этикетки. Система прижимания этикетки к поверхности ампулы позволяет избежать пузырей воздуха. Подача этикеток из рулона шаговым электромотором. Аппарат имеет функцию печати серии, номера и даты производства. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для наклеивания самоклеящихся этикеток на стеклянные ампулы, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. Я еще раз убедился, что в любом деле нужна консультация профессионала. В этом плане мне повезло, я нашел специалиста, который, в принципе, знает свое дело.